Международный фестиваль народных художественных промыслов в Семенове преподаватели и воспитанники детской школы искусств номер 2 стараются посещать хотя бы раз в два года. Это возможность не только выставить свои работы, но и познакомиться с творчеством других мастеров. Собираются не только, скажем, керамисты, собираются все декоративно-прикладные искусства, художники и ярмарочные. Там у них мероприятия проходят, представляют художников и промыслы. В составе делегации детской школы искусств номер 2 были преподаватели и воспитанники ремесленно-художественного отделения, куда входит в том числе отделение дизайна одежды и ткани. Жюри особенно оценило работу, выполненную ученицей этого отделения. Даниэла Казакова является одной из лучших учениц нашего отделения дизайна одежды и ткани. Она выбрала тему по Александру Сергеевичу Пушкину, посвященную 220-летию. Произведение «Сказка о попе» и его работнике Балде. И работа выполнена в виде композиции. Композиции представлены куклы, выполнены вручную. Ну, тут и ручная, и машинная сборка. Автору этой работы присудили второе место. А вот диплом первой степени достался представителям отделения резьбы по дереву. На суд жюри они привезли различные ларцы, набор шкатулок, прялочную доску и другие изделия. Были представлены работы двух детей, возраст 11-15 лет. Вот. Работы детей очень сильные, вот, поэтому их оценили по программе фестиваля как лучшие мастера коллектива. Также в копилке наград ДШИ номер 2 диплом первой степени за представленные изделия из керамики. Сейчас преподаватели готовятся к новым выставкам, конкурсам и фестивалям. Нужно обдумать все детали будущего произведения, подобрать материалы, сделать эскизы и, наконец, воплотить в жизнь. Екатерина Опенова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.